Мен қазір жалпы жоспарда Аян осы төртінші кездесу мен үшінші кездесудің орны ауысқан. Жалпы көпшілік егер қазір қарап отыратын болса, басқа да бұқаралық ақпарат құралдарынан осы кездесуде кімдердің шығуы қажет екенін, онда осы үшінші кездесу мен төртінші кездесудің орны ауысқан, ол Сеп Хырбоя мен Хулио Сезар Лакрус шығады. Хулио Сезар Лакрузда жалпы осы Куба боксшыларына тоқталатын болсақ, барлығы бірдей атақ даңқтан кенде емес. Сондықтан 81 келіге дейінгі салмақ санатында Астана Арлан сапынан хорватиялық жігіт Сеп Хырбош және Лакрус шығады. Да, сделали небольшие изменения организаторы нынешнего вечера бокса. Хулио Сезар Лакрус выходит на ринг спорткомплекса «Даулет». Очень известный, очень титулованный боксер из острова Свободы. Не раз он приезжал в Казахстан на чемпионаты мира, на вечера бокса в рамках WSB. Лакруса мы хорошо помним по выступлениям на чемпионатах мира. Тогда и в 2011 году, в 2013 годах его вечным соперником в финале выступал казахстанский боксер Адильбек Ниязымбетов. К сожалению для нас, обе встречи проигрывал казахстанский боксер, таким образом занимая второе место, серебряная медаль. Что касается кубинца, то двукратный чемпион мира. Сегодня является первым номером своей сборной. Рассказывая о судьбе Хулио Сезара, то отмечу, что в начале этого года злоумышленники выстрелили в него после выхода из спортивного зала, когда это следствие ни к чему не привело, не нашли обидчиков. Тем не менее, кубинский боксер сумел встать на ноги в ближайшее, скорейшее время. Пулевое ранение оказалось не столь опасным, и как мы видим сегодня, он уже выступает на ринге, причем находится в превосходной физической форме. На ринг выходит Мадьяр. Извините, пожалуйста, на ринг выходит наш хорватский легионер Хырбоя Сеп. Боксер, который выступает за команду Астана Арланс уже очень долгое время. И выступает очень успешно. Тренерский штаб Астана Арланс верит в него. И сегодня в рамках данного вечера бокса наверняка делает на него свою большую ставку. Отмечу, что их противостояние началось еще в рамках регулярного 4-го сезона WSB в Алмате. Тогда очень близкий бой завершился победой кубинского мастера перчатки. Сам Хырбоя Сеп был очень недовольным решением судей, считая, что в том поединке была как минимум ничья, но оспаривать решение судей никто не стал. Первый раунд. Конечно же, нужно взять реванш нашему боксеру перед кубинским соперником. О, хороший левый боковой от хорвата. Это тяжелая, полутяжелая весовая категория. Здесь удары уже, конечно же, прочувствуются обоими боксерами. И не всегда проходит безболезненно для них. ...28 лет хорватскому легионеру. По спортивным рамкам его страны
Он является мастером спорта. В чемпионате Европы трехгодичной давности он был бронзовым призером. А в составе Астана Арланс уже проводит третий сезон. Ну а сейчас он, видно его горящие глаза, его атаки частенько доходят до цели. И его заряженность прям чувствуется. Наверняка вам, уважаемые телезрители, вы также это прочувствуете через экраны своего телевизора. Но нужно быть осторожным с кубинцем. Очень техничный, очень коварный кубинец в своей манере ведения бокса. Забыли об обороне оба боксера. Играют в открытый бокс. Вот, хороший удар слева. Конечно же, нужно ловить кубинского боксера. Постепенно перетек такой в плавный, тягучий бокс. Противостояние первого раунда этих боксеров. Но сейчас вот в концовке активизировался хорват. Очень удачная прошла серия от него. Очень хорошо держит позицию Орлановец. Будем надеяться, что его манера ведения боя не изменит своей тактики, и он продолжит бить в удачном для себя стиле. Я Хулио Цезар Лакрус шынында да өзінің әдісіне қазір өзінің тәсіліне басып жүр. Ол осы қаша жүріп соққы жасау, қаша жүріп қарымта шабуыл жасау. Дәл осындай әдіспен Сеп Хырбой Алматыдағы кездесуде, яғни Астана Арланс пен Куба Домодоростың осы төртінші кезеңдік әлем сериясындағы төртінші кезеңдік жарыс жолында бұл жігіттердің текетіресі ұпай санымен шешілген. Сол кезде, яғни Сеп Хырбойының Астана Арланс сапындағы хорваттық жігіттің төрешілерге наразылық білдіргенін білесіздер. Айтқан, егер ол маған 5-6 ғана соққы жасады, ойын барысы үнемі қашып жүрді, ешқандай жұдырық жасаған жоқ, қолғап түйістіруге жақындаған жоқ деп. Міне, тағы да сол әдіс, тағы да сол тәсіл. Яғни бұл жерде мінезді қажет ететін. Сеп Хырбой қазір барынша шабуылды үдетем деп жүріп, қорғанысында ұмытпаған жөн. Себебі алғашқы раундта міне осылай екі қолды түсіріп қарсыласынан қашып жүреді. Ұзын бойлы жігіт қай жерден соққы жасау, қай тұстан соққы жасау, қай қадымда қарсыласты қағып алу керек екенде жақсы біледі. Сондықтан Сеп Хырбой өзінің бір сұхбатында айтқан, мен барынша Астана Арланс құрамасы маған өте қатты ұнайды. Міне тамаша соққы қазір оң қолмен жасаған Септің. Астана Арланс құрамасы өттін ұнайды, сондықтан осы құраманың қоржынына жеңіс сыйлаумен айналсам деген екен. Міне сол сөзін дәлел ретінде дәл қазір осы Лакрузды жеңуі керек. Ол мақсатты кездесу, яғни жеңу міндет, себебі Алматыда кеткен есе бар, соны қайтару керек. Осы билеу әдісі әйгілі
боксшы жалпы король атанған бокс, король атанған Мухаммед Алидің бейнесінен қалған десекте болады. Соны қазір Лакрус арагдық орындап қояды. Ол көрініске де әдемі. Осылай секре жүріп, қаша жүріп. Қазір демін бұзып, соққы жасауға тұрсуда. Соққы жасау үшін жақындау керек Сепке. Он секундтық белгі. Бұл раундта да Лакруздың өзіне қажетті ұпайлар алғанын көрдік. Енді үш раунд. Қалған үш раунд бойы Хырбойеге барынша күш жұмсау керек. Очень много сил тратит наш легионер на эту игру, догонялки за кубинским боксером. Нужно впереди еще три раунда. И Сепу, конечно же, нужно... Нельзя так растрачивать свои силы. Как мы сейчас видим по счету, пока мисс безоговорочную победу одерживает по очкам Хулио Сезар. Но впереди еще. Раунд 3. Есть время, поэтому... Вот сейчас пошел в атаку опять кубинец. Прошу прощения, казахстанский боксер. Не хочет идти на ближнюю дистанцию кубинский боксер. Ему гораздо вольготнее боксировать на дальней дистанции и временами расстреливая своего соперника. Вот мы сейчас видели удачную серию от Хулио Сезара. Постоянно сближаясь со своим соперником Хырбойе Сеп. Тратит на это максимум своих усилий. Да, ну подскользнулся Хырбойе, ничего страшного. Конечно же, хотя на кону и не стоят очки регулярного сезона WSB, тем не менее, это встреча чемпионов. Само название этого шоу, битва чемпионов, говорит о многом. Нужно побеждать. Но не получается пока мисс Хырбойе достигнет своих целей. Весьма грамотно действует на расстоянии кубинский боксер. Видимо, завязались боксеры. Старается бить по корпусу хорватский легионер команды Астана Арланс. Вот сейчас удачный правый боковой прошел у Сепа. Да, очень много сил отнимают подобные вот такие подобные вязки противостояния. Кубинец понимает, что ближняя дистанция для него не подходит. Удар у хорвата очень сильный. Вот сейчас мы видим, снова удачно прошел левый боковой.
Да, гораздо симпатичнее смотрелся, гораздо увереннее смотрелся в этом раунде. Хорвой Сеп. Наверняка сейчас тренерский штаб даст дальнейшие указания, что нужно делать, в какой манере. Вот сейчас на халайцах мы замечаем, что сначала сблизившись, вот, правый боковой. Я бізде жерлестерімізге дәл қазір көрініс бар, көрсетілім барысында болысып отқанымыз белгілі, демеушілік етіп отқанымыз анық. Дегенмен Сеп Хырбойы төртінші раундқа дейінгі раундтарда опай санымен басым бұла алған жоқ. Яғни Хулио Сезар Лакруздың таңдаған тәсілі дұрыс. Ұстанған өте орынды, ұратын түсті білет. Бірінші раундтан егер қашып ойнайтын боксшы болса, онда қумау да қажет. Өзінің шабуылын қарымтасына күтіп, қашықтықты еңсеріп, жақын қашықтан соққы бағыттау дұрыс. Ал қазір қуып жүргенде бір қадам сіз жақындағанда сол қадамды күтеді, мен тағы да сол қадам, яғни қарсыласының жақында шабуылын сәтін күтеді. Бойшаң жігіт өте жақын жерге қалған кезде басын төмен салып, болмаса осылай бір-бірін құшақтап біраз тік тұрып қалатындары бар. Бұл екі жігіттің салмағы ауырлаған сайын еркін қимылдауда соңғы раундтарда оңай емес. Міне осындай осалдықты пайдаланып қазір Сеп Хырбойыға барынша жойқын соққыларды көбірек бағыттау керек. Алғашқы раундтардағыдай аяғын еркін басып жүрген жоқ қазір Лакрус. Сондықтан Сепке бір жақсы соққы жасау керек. Күш екі жағдайда да сарқылат, ол соққың тисе де дарыса да ауа қармап қалсаң да сенен күш кетеді. Сондықтан жиі жұмсай бермегенде жақсы. Ол бар күшін жинап жасайтын жалғыз соққымен кезінде Мұхтархан Ділдәбековтің де өте тамаша әдісі болған. Соққы жасайтын естеріңізде болса, Рубалкабаны қалай жеңді осы Куба елінің өкілін Сидней олимпиадасында. Міне дәл сондай жетістіктерге жетер жігіттер жоқ емес, барлығы бар. Ұлттық құрамадағы жігіттер, яғни Астана Арланстың мықтылары осы сәттерде Азия ойындарына дайындалу үстінде. Инчхон қаласында өтетін Азия ойындарына ең мықтылар барады, тіпті сол Азия ойындарына ұлттық құрама барлық спорт қатысатын спорт түрінен ұлттық құраманың мықтылары іріктелген. Осындай ортадағы оған дейінгі болатын жарыстарға көп спорттың үздіктері шығарылған жоқ, яғни барлық мақсат мүдде медаль алу, сол Азия ойындарына жүктелген. Енді 5-ші раунд.
Последний завершающий раунд в этом противостоянии. Как вы успели заметить, уже не так яростно убегал в четвертом раунде Кубинец от своего оппонента, что и сыграло на руку нашему боксеру. Тем не менее, счет по судейским запискам остается не в нашу пользу. Все так же не хочет сближаться кубинский боксер, действуя на расстоянии вытянутой руки, на длинной дистанции. Он расстреливает хорвата, показывая свое наивысшее мастерство. Да. Подустали немного боксеры под занавес этого поединка. Вперед, только вперед нужно идти хорвату. Тем более, что мы видели, его удары достигали своих целей. Да, хороший обмен ударами. И оно в пользу нашего боксера. Наконец, излюбленная ближняя дистанция для хорвата. Но очень мало времени остается до окончания поединка. Нужно идти вперед, нужно идти на добивание. Вот, хороший джеб пропускает Кубинец. Чувствуется, что Кубинец уже не в том запале, что был в начале поединка. На отходе бьет кубинский боксер. Вот, хорошая двоечка. Еще одна. Все правильно делает хорват. Ну все, заканчивается очередной поединок в рамках боксерского вечера «Битва чемпионов». Хервой Сеп победно поднимает руку. Будем ожидать решения судей. Вот на повторах мы видим. На повторах мы видим, что казахстанец гораздо удачливее действует уже в этом раунде. И можно даже смело предположить, что судьи, возможно, отдадут победу в этом раунде казахстанцу. Благодарит публику кубинский боксер. Его здесь все знают, его любят. Он частый гость в нашей стране. И именно ему принадлежат слова, кстати, говоря о том, что в финале прошлого сезона должны были встречаться именно эти команды Куба Домодорос и Астана Арланс. Зная о силе нашего клуба, конечно же, он не зря об этом говорил. Да, поздравляем с очередной победой кубинскую команду. Очень хороший, качественный бокс показывают боксеры. Но впереди еще есть поединки, поэтому будем надеяться, что казахстанцы все-таки еще докажут превосходство своего клуба.